Сегодня мы попробуем с помощью подручных средств подготовить меня к 8 марта. В интернете все чаще стали появляться видео интересных образов, а также советов, как сделать профессиональный макияж с помощью подручных средств. У самих визажистов это получается без проблем и даже, не побоюсь этого слова, идеально. А вот сможет ли обычный человек придать форму бровям с помощью скотча, нарисовать стрелки, используя банковскую карту, или скрыть усталость и синяки под глазами красной помадой, проверила Анастасия Орехова. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.